Мы находимся на форуме магазин 2021. У нас постоянная, можно сказать, постоянная рубрика. И я, наш спикер, который будет рассказывать про продвижение. И расскажите, как дела у продвижения? Вот в год прошел сложный. Все нам продвигались так, что и из дома не выходили. Как сейчас воспринимают все, как относятся к продвижению? Потому что интернет надоел всем максимально просто. Как они относятся к инструментам сейчас, после вот того, как весь год сидели дома, смотрели только в интернет? Ну, чем уже дорога, тем быстрее мы по ней идем. Это такой вот закон. Поэтому, да, бесит. Ну, и весь год бесило. Да, весь год мы сидели и только, ну, через собственный экран, ну, там что-то где-то там поделывали. Вот, и сейчас нас выпустили, и мы выходим, но мы выходим, мы не выбегаем, мы выходим. Вот по моим ощущениям, мы выходим и приглядываемся. Но все остальные тоже живы, тоже здоровы, у них тоже все хорошо. То есть осторожно прощупываем почву, мы не ломанулись в бой. Ну, по моим ощущениям. Я недавно приехала из 46-дневного турне. Я решила посмотреть, как же чувствует себя бизнес по России. Я улетела в Читу, доехала по Транссибу до Перми. И в каждом городе выходила и заходила во все маленькие магазины, гостиницы, естественно, да, там спа-отели, салоны красоты. Меня интересовало, как чувствует себя маленький бизнес. Ну, маленький бизнес, тактики умерли, стратегии остались. И они видят, что пространство, которое освободили тактики, его надо быстро занимать. Поэтому все, кто стратег, все, даже кто маленький бизнес, почему маленький бизнес не может быть стратегом? Он пока маленький, значит, да, и все. Вот, и они быстренько видят новые возможности, и они вооружаются, перевооружаются и делают это очень шустро. И это касается и магазинов тоже. И вот сегодня я собираюсь вооружить всех, кто придет ко мне сюда. Возвращаемся на год назад, когда не было ковида, и я вот дайте совет мне год назад, как бы, что бы вы делали в первую очередь по продвижению, например, чтобы легче прожить этот сложный год. Вот что бы вы год назад себе бы подсказали, например? Да, открывай онлайн-магазин. Так просто? Да, да. А ковид подтолкнул очень многие проекты. Ковид подтолкнул, эта пандемия, она актуализировала многие отложенные желания, потому что до чего-то не доходило руки, до чего-то, ну, чего-то казалось, что, ну, что там, конкурентов много. Ах, ковид снял все сомнения. Ноги в руки и пошел делать. Давно хотел социальные страницы? Делаешь. Давно хотел онлайн-магазин? Наконец-то сделаешь. И потом, то, что родилось в пандемию, после пандемии ты ведь не умер. А очень даже расцветает. Смотрите, сколько сообществ онлайн образовалось. А сообщество – это же коллаборация. Любая коллаборация мозгов дает же синергию. А синергия – это значит 1 плюс 1 плюс 1 равно 5, а вовсе не 3. Вот, и поэтому тот пинок, который мы получили, это кажется, что мы сидели. Нет, мы летели просто внутренне. А пространство есть внешнее, есть внутреннее. Ну, так и летайте внутри, кто мешает. Летайте внутри, кто мешает. Не переключайте скоро включение с новыми экспертами.